What is happiness for you? Работа в лаборатории. На коммент. Вот буквально несколько минут, и сюда почти уже остывшая. Ну, не совсем, но еще немножко она уже остыла. Здесь много добавили. Нужно делать просто быстро. Иначе среда остывает. О, это вообще передос. Картинка с названием канала здесь постоянно находится в кадре, пусть там она намокает. Дело в том, что то, что я делаю, это все-таки интеллектуальная собственность. И сейчас я вижу, очень часто берут, копируют мои материалы и транслируют на других каналах. Вот видите, гель образовывается уже просто в самой емкости. Поэтому хотя бы таким незамысловатым образом. Времени реально там накладывать еще какие-то водяные знаки на видео просто нету. Да и не в этом главное. те пробирки, которые наполнили, перемещаем в емкость для стерилизации. В это время среда должна находиться на подогреве. Волги будут наши вешенки. Рейши. А главное, что меня в данный момент интересует, это меня интересует гериций. Львиная голова. Идея его вырастить у меня просто колоссальное желание. Фактически у меня в данный момент культур, там даже, да, культур хватает на длительное время, но так как свободных питательных средств в данный момент нету, то нужно их сделать, ну и небольшое количество. Если вот вы смотрели, сколько нужно движений для того, чтобы приготовить среду, поэтому заниматься там одной-двумя пробирками смысла, поэтому мы сделаем свет достаточное количество и в дальнейшем. И сейчас то же самое мероприятие Сейчас посмотрим. Вот такое количество, сколько ему, если его закосить, то у нас получится вот. Все время не попадаю как-то. Очень хороший скос получится, очень длинное будет пространство для роста мицелия большое, и в то же время он не будет прикасаться к пробке. Этого делать нельзя, иначе он от пробки будет инфицирован. Вот видим, буквально если еще подержать какое-то количество, гель уже начинает просто застывать уже в самой пробирке. Вот у нас получился опять такой эталонный образец. И относительно него сейчас мы это все дело продолжим тем же образом. Ну и в том же смысле дальше, нету смысла транслировать это мероприятие. То же самое будем делать здесь. Вот, питательная среда, все выше, это поднимаю. Питательная среда готова к стерилизации. То есть ясно, что в таких условиях это не есть пока среда, на которой можно выращивать. Хотя, в принципе, если стерилизованная посуда и отваренный агар, можно поступить следующим образом. Можно отправить эти чашки на инкубацию, выдержать их при разных температурах на протяжении 2-3 недель, и мы увидим, если там попала инфекция в это время, то будем видеть рост. Ну, это очень такой скользкий момент, мы 3 недели будем ждать, а вдруг там пойдет брак. И честно я скажу, что иногда бывает после даже всех манипуляций, после стерилизации в автоклаве и дальнейшей инкубации, все равно 2-3 какое-то количество чашек все равно будет отбраковано. То таких мероприятий для стерилизации абсолютно понятным образом, что недостаточно, и в дальнейшем их нужно все равно стерилизовать. Ну и пока на этом весь материал. Следите за каналом. Да, ну и не забывайте ставить лайки или дизлайки, чтобы улучшить качество материалов. В дальнейшем делать более полноценные и интересные материалы. А также задавайте правильные какие-то вопросы, для того, чтобы, возможно, некоторые моменты не удалось правильно озвучить, то будем это в мере возможности исправлять. Всем доброго времени суток. С вами был Максалер.